Конец человеческого союза приближается, но алтарь разрушения почти закончен. С древним сердцем, как источником силы, сила темного Ликтона неслыханно возрастет. Теперь пришло время преподать людям урок. Ну, конечно же, там сила темного легиона, но тут такие пароль забавные опечатки, друзья, что я сознательно так прочитал. Переходим к главе номер 8, алтарь разрушения. Бесая. Здесь разворачиваются у нас события. И знакомая нам миссия, да? My lord. Мой лорд, люди приближаются. Дай им прийти и умереть. Во мне бурлит неистовая сила. Я неукротим. Ликуку одобряет. Амурак, защищайте алтарь. Я пойду поприветствую своего старого друга. Уничтожить основной замок Человеческого Союза, Рикблат, Ликугу, Ричер и Амурак должны выжить. И вот миссия, друзья, помним карту, которая полностью была застроена орками. Сейчас все то же самое, только все захвачено людьми. А, нормально это, да? Так, ну берем самых мощных. У нас тут куча героев. Ее пока не буду брать. Да ее... Хотя ладно, пойдем. Убьют так убьют. Будешь больше заботиться о своей силе в будущем. Сразу пойдем в наступление. Так. Как обычно начнем с... Кто там, где уже там... А, ты... Ты как обычно по уму все, да? Не-не, ее нельзя брать, друзья, иначе. Потом. Эти ребята, они дело знают. It will be done. Ну, вот пошло дело. We are under attack. It's a piece of cake. Это piece of cake, да. We are under attack. Так, вот тут как? Нашла коса на камень? Идет война на старость лет или нет? Ладно, нет, это хорошо. We are under attack. Да, вот эти все летающие. Сразу надо пресекать. Ой, как тут сильно все. Видели, как сейчас Лориана разбронетонила вообще башню хорошо? Не, ну это вообще непобедимо. Четыре героя. Ликуку и Рик. Можно будет только услышать эльфов крик. И вот мы его слышим. Еще и Чайлды Фореста все урон отдают мышкам. Что вообще шикарно. Они должны быть основными дамагерами героев, а они... Давайте сверху. А, что мне показалось, что она снизу. Тогда бронетония, Строишь, строй. We are under attack. Есть такое, под атакой, да. Да, не просто. Не просто, но что-то делать. Our horse is under attack. Вы будете на защите, хотя вас... Можно бить? Нет, стой, прилетят, как обычно. Нас нет мана.
где у нас вырастет древо? Посади деревце здесь. Посади. Ой. О, тут железо. Так. Спускаемся, друзья. Кто там повысился? Ну да, вот уже 12-го Рик, а был 9-го. Лориана 14-го, ну понятно, я немного меньше опыта. Тут пацанам worried gold. Надо здесь сделать основную базу. Здесь уютненько, в уголочке. Сильно лучше. We are under attack. Так. Так. Делай under attack. Вот здесь, конечно, паскудство. Сейчас нас суют, нас суют. Да, вот это вот. We are under attack. Так, придется просто. Проскочить. Напитываю, но ничего не поделать. Ну, Рик пришел. Ой, Ликуку там впитал. Ой, как впитал. Аж подергался весь. Видимо, придется нам сейчас вернуться чуть-чуть. Да как? Ну как? Ну почему туда? Ну так хорошо двигались. Не, ну это возмутительно. Сейчас вот это было просто возмутительно. Ладно. Сейчас мы все расскажем. Let them come and die. Unimaginable power is flowing into me. I am invincible. Ха! Рику так одобряет, когда неистовая сила. Мне очень нравится. Понял. Но начнем мы все-таки с синеньких. It will be done. Where do I go?
наверное, с мышками тут пройдемся так, чтобы они пожрали этих Чайлдов Фореста. Невменяемых. Вот-вот, да, тех самых. А ну-ка, пойдем. Не-не-не, давай только ты. Сюда, 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 сюда. Тоже. Так, хоть что-то. Our force is under attack. Землю там, где надо, и там, где не надо. Но постоянно каждого включать, выключать это тоже напряжно, чтобы беречь ману, так что пусть колыхает. О, уж начали делать летающие. Тут прям должно быть массовое их производство. Эту песню надо ломать. Так, в этот раз мы тут просто прорвемся. Салону не задерживаемся. Проходим, проходим. Там камушек. Хороший камушек для лечения. А я в этот раз еще ниже пошел. Тут надо было сделать привал. Покалечимся. Лечимся. Понимаешь значение слова лечимся? О, наконец-то. Кто-то идет? Что вы за нечисть? Чего вы сюда приперлись? Долго будете идти. Вот здесь быстрая дама. It will be done.
На прорыв. Куку. Так, маны у Рика нету, это плохо. И Лориана все потратила, ну ладно. Рик как-нибудь тут это поисправляет. Так, вот эти будут досаждать. Надо это учитывать. Так, вы... Давайте. Bring it on. It will be done. Прилетает снизу неприятно. Спуска вниз не вижу. Вот вижу. Ликуку! И как же я его так спас? Чудом? Так, ну куда он может не дойти? Могут поймать. Очень, да, напряженно. А вы вонючки. Стоите, накидывайте, а вы будете смотреть. Я в шоке с вашей простоты. Сейчас, тут немножечко еще синих мы уже дошатаем главную базу. И там герой, скорее всего, будет. Надо здесь вдоль строить башню, да, да, это решение. С горы башни дальше стреляют. Это хорошо для нас. Так что давай. Да, Слепуху это было близко. А красивый скелет, смотрите какой. Рик, ты 13-й уже? 158 и 5 защита. Хорошо, что я защиту все-таки, наверное, в приоритет взял. Пойдемте. Да, совсем не куку. Обязательно нужны мышки, хотя у нас есть Лориана там. Просто летающие могут быть уже. Есть у меня прекрасный талисман маны. Рик для тебя принес, но здесь его передать нельзя. Ждем РПГ-миссию. Рудничок. Ты с горы можешь пройти, кстати. Our forces under attack. Так, налево не идем, сначала сюда. Ферма, это все ладно. We are under attack. Как мы это пропустили, непонятно.
твоя работа. We are under attack. Да, проходим. Проходим. Let's waste no more time. Тут Лориана пригождается. Только сейчас ты забронетонила. Печально. Три раза никуда надо. Ну, она и так сильная. Все, пусть пока там ломают. Герой будет, героя не оказалось. Идут. Точнее, тут уже пришли. Что, обалдели здесь казармы строить? Синим уже надо закончить, у него еще. Откуда он будет делать летающих? Но все, тут уже начинаются фермы бирюзового. Сейчас еще одно здание разрушим. Bring it on. Is there all? Quickly!
полечимся, сходим на второго. Так, летающий, где мы будем делать летающий? Да здесь и будем. Прямо до 14-го. О, так может здесь можно виверн. Если здесь можно виверн делать, то это вообще не то, что меняет суть дела. Да, можно. Мне очень нравится. Наконец-то. Действительно, здесь же и черные крылья должны застилать небо. Сколько у Рика там в запасе банок маны. Вот если бы еще пить можно было. Что ты не попадаешь по ней? Жаль. Думал, будет попадать. Себе тут сколько сразу зданий дали. Is there all? Bring it on. We are under attack.
камушек, это хорошо. Прям два рудника. Это место. Так, производство виверн. Вовсю. Произвести вот этот врыв, то прессовать они будут сильно оба, и по земле, и по воздуху, поэтому это разумная тактика, всегда сразу идти хорошить, если есть тем более такие герои сильные. Давайте-ка, тут где-то камушек я видел, вот камушек, да, немножечко полечимся. Our force is under attack. Under attack. We are under attack. Bring it on. Destroy them! Destroy them! Don't keep cool. Kill them. My time. На базу ворвется, да? Давайте. Так, по железу здесь много. Здесь тоже много. Значит, тут свои будут добывать. Разозлило, когда их обстреливают с пушек с поверхности, то это их бесит. Тут наделали пушкарей, а ну смотрите, сколько вообще. Жаль, нельзя батраков перехватить.
Можно? Можно, но они не подконтрольные, то есть мы не можем взять его и строить на него. Так, вот у него начинает расти защита наконец-то. Это хорошо. Ей можно поражать башни без урона, она сдалека стреляет, но защита у нее туго. Это всегда нужно учитывать. Так, ну тут вот наконец-то есть что-то уже серьезное. Вовремя. Давай лечись, ха-ха-ха. Не умерла. Bring it on. Так, ну вы все повысились. О, до 15-го можно. Рик взял 15-й. Круто, тогда идем дальше. Я думал их уже отводить. Оставить что-то виверном. Видимо, виверном не достанется сегодня. Помимо виверн, тут можно еще кучу крутых строить юнитов, здания нам доступны. Залет уже. Ликуку. Отходим. Отходим. Все сюда. Ром лечится серьезно. Under attack. What are we waiting for? Have some fun.
там страдает. У нее 14 уже. Так, наверное же вражеские герои тоже где-то появятся. Может быть, надо здесь в центре понастроить башню на всякий. Bring it on. Take no prisoners! И личи, и вампиры, все, все доступно. Все для нас. Это просто высший класс. Сильно много на этой миссии сразу выдали. Не против, конечно. Получается какая-то плотная застройка. Все живы-здоровы. Так, теперь те, кто нуждаются в повышении. Вот ты. Ладно, ты больше птичек нас собирай. Пойдем. Тобой попрыгнуть. Летающие могут тут пошли. Destroy them сделаем. С удара, просто с удара лопает. Вот это я понимаю. Представь, как она будет разносить башню 20-м. Я точно помню, что в первоначальной версии вот так просто героями нельзя было пройти и все разнести. Конечно, что-то можно было, но там они и качались медленнее, и убивались как-то врагом быстрее. Take no prisoners!
А, у нее что-то не качается. Уникальная ситуация. То есть она не качается. А Рик? Рик один, что ли, качается? Всех 14. Сейчас проверим, у него идет дальше опыт. Да, у него идет, окей. А у тебя? Не посмотрел. В этот раз как-то у компа мало золота. Нет, у тебя уже не идет. Все позаканчивалось у него, смотрите. Странно, да? Так, ну Рик качается, значит его будем качать. А вы? Да, у него тоже не прибавляется. Значит, у всех 14 максимальный, кроме Рика. Уже. Недаром он там чувствовал силу. Сейчас красивючее здание построим. Это здание вампиров. Тут просто шикарное. Рик. Шестнадцатый. Еще качаешься? Качняк. Оружие 172. Вот есть еще рудник, вы не хотите больше? Странно. Фасу не надо ломать. Надо нам забросить в центр батрака. Что сейчас это будем делать? Смотрите, какое шикарное здание. Смотрите, как классно, когда оно производит улучшение. Но это Кастельвания настоящая. Все замигало. Все тут жизнь кипит на орковской базе. Это хорошо, давайте отойдем. Целая вереница, это великая сила. Вот это делают. Если это сейчас на букву A, давайте проверим. A сюда. Нет, это атака. Как так-то? Надо найти все холодные клавиши. В русской версии не подсвечиваются на скиллы. Надо запоминать. Водичкой, ну, приятный речной воздух, да, это хорошее дело. Ты чё встал? Face.
И когда они ходят, посмотрите, как он вальяжный, идет, у него плащ развивается. Ух. Но вот вампиры — это великая сила, если их всех переделать в летучих мышей. Это просто очень-очень сильно. Представьте, взять их, ну смотрите, вот с одного вампира получается сколько мышей. Если взять их 16 и одновременно сделать, то это будет такое нашествие, от которого отбиться вряд ли вообще получится. Ну а мышки обратно могут собраться в вампира. Это ли не чудесно? Так, продолжаем улучшать лич. Тоже красиво улучшается. Демонов, вампиров. И вампиров можно еще сразу и здесь. Так, это для тебя транспорт, пойдешь центр застраивать. То кто знает, что там нас будет покидать. Ну, с 4 ударов ферму, а если бы была магия с 3, это круто. Транспорт вот такой мерзкий. Посмотрите здесь на него. И он создает спору в эту слизкую раздутую клаку. Засовываем. А, она еще не создалась. Вот. И вот так перевозят. И что классно, можно забрасывать издалека. Вот смотрите. Не под... Ну это обычно выгрузить, а вот это вот так. Это может такие подарки бросать на базу компу. У людей такой способности у транспортировщиков нет. Так, управлять животными и высосать мозг. А здесь память лича. Но это, если я все правильно помню, помогает просто брать под контроль вражеских юнитов. Поставить, а не внутри. А давайте внутри на горе. Так, тогда я тебе еще помощников подвезу, а то тут один уж долго. Где этот супер транспорт? Дайте на фут. Билл Моршилл. Вампиров, конечно, пока до конца прокачаешь, вот сколько мы их уже улучшаем. Если вот в динамичных миссиях, которые все время нападают, это не так просто. Везде маны полно, да, я так понял, да. Здесь скоро закончится, так что иди сразу готовь.
случайной миссии поиграть за орком и сделать Рика Блада и прокачать его там. Семнадцатый уровень, 182 атака. Все, дальше не качается. 17 уровень, это просто круто. Пойдем. Дадите хоть что-то виверном, да? И на том спасибо. Я их тоже по центру поставлю. Кто знает, что нас тут ждет. Может и ничего не ждет. Я так уже не буду, друзья. Подготовимся сюда быстро. Так, одного сюда, видимо, выгружу. Башня должна быть не паучья, а тарарарарарантул. Так что не забыть улучшить. Защиту на сравним на... Ну, понятно, что у некоторых есть артефакты, все равно на 14 уровне у нее 6. 9. Супер. Очень круто. Тут 7. Так, у него 17, 6. И у Ликуку... Ликуку надо над этим поработать. Помните, как здесь полетели? Компании за людей птички и все растращились об энергетическое поле. We can't build there. We can't build there. Надо было сверху начинать, все забываю. Если сверху не строят, то больше влезет. Давайте карту открываем. Построено вот это красиво.
Я думаю, этого достаточно. Подгоним еще и вверх. Можно еще вампиров сюда. Да, вот это хорошая мысль. В мышек их обратить. Где там супертранспорт? Было его как-то. О! Его еще на этой местности плохо видно. Хотя они же мышками могут. А вот сейчас проверим. О, я не подумал, что я их не то что не обведу. Как видите, да? Совсем не обведу. Но вроде как могут перелететь. Это было все-таки перевести на транспорте и там уже превратить. Вот, друзья, в этом весь куф. По карте партии мышей. Смотрите. Полет нормальный. Все на месте. Это хорошо. Так, значит, Ctrl 3. С этой стороны. Ой, с этой. Мышки тут. Идем добивать. А кем добивать? Летите вы двое, шипите. Сколько сможете. Да, я, кстати, еще даже не все здания построил. Еще вот это есть. Я в той миссии не показал их. Они под землей зарываются, взрываются. Это они сильные, но с ними, понимаете, возиться, то есть, опять же, отдельно каждого. Так даже красивее амурак смотрится в этих полчищах летучих мышей. Можно еще старую свечу построить. Может, это нарушит всю гармонию. Может и нет. Да, они тут сейчас пошипят. У нас герои все вместе стоят. Все здоровы, да? Хорошо. Так, ты можешь, наверное... Да ладно. Дай жару. Героев надо было наших сюда перевести. Так, разрушили. О, пошли залетные. Так, перед такими вещами можно сохраняться, сразу встречать. Я как чувствовал, что будет это все. Здесь пошли. Куда они все полетят, интересно. В центр или нет?
Our forces under attack. Сейчас Амурак что-то, наверное, сделает. Что-то, что ему вряд ли понравится. О, тут ловят. Так, как так? Зачем это все? Я это для чего строил? Убирайся с дороги. Почему у лунного света такой способности не было, когда я за него играл? Я не хочу драться с вами, старый маг. Мы встретимся снова. Раньше или позже. Our forces under attack. При этом все виверны, все умерло. You are late, my old friend. Вы опоздали, Кейтер? Почему это вы делаете? Сила древнего сердца уничтожит весь мир. Это меня не беспокоит. Я не тот Рик, которого вы знали прежде. Он умер 100 лет назад. Он был героем. И умер в борьбе против зла, в попытке защитить свою страну. Теперь вы труп с силой древнего сердца. Это не может быть правдой. Должен же остаться хоть один хороший. Дайте нам немного развлечься. Вы не оставляете мне выбора, Рик. Я должен вас остановить. Почему вы не хотите попробовать? Для меня было бы большим удовольствием покончить с вашим жалким существованием. Так, Кейтер тоже 17 уровня. Я еще не закончил, Рик. Что? Да, я чувствую. Кейтер, вас бежит та же кровь. Это единственная возможность тебя остановить, Рик. Ты никогда не сможешь меня убить. Я бессмертный. Неукротимы. Вы никогда меня не убьете. Жалко все мои строения. За что с ними так? Что вы сделали? Моя сила! I feel weak. The power. Я слабею. Leaving me. Силы оставляют меня. Mission complete. Moonlight 17. Mission complete. Ну, он, конечно, бомбанул здесь, да. Серьезно. Мы снова называемся Хазилийскими войсками людскими. Да, это какое-то интересное. Обстоятельство. Ну что ж, миссия, да, легкая, но интересная, друзья. В следующий. Что в следующий? А вот вы приходите и сами все увидите. Thank you.